Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка 22 года RegalMoto Cross Track 300 с обновленным двигателем Zonction 174 MN5. Мотоцикл у нас ПТС, двигатель на водяном охлаждении, 300 кубов, 28 лошадиных сил, карбюратор Nibbi 34, высота по седлу 950 мм. Колесная база у мотоцикла 1500 мм. Двигатель получил больший крутящий момент на низких оборотах, улучшенная система охлаждения мотоцикла, а также увеличена мощность. Питается данный двигатель карбюратором Nibbi PVK-34, тем самым придавая ему мощности. Помимо этого, можем рассмотреть, что у нас есть выносной бачок газомасляный для заднего амортизатора, также с двумя регулировками сверху и снизу. Также передняя подвеска с регулировками и спуском воздуха. Траверсы у мотоцикла фрезерованы, точно так же, как и ступицы мотоцикла. На предыдущих моделях такого не встречалось, что очень радует. Также мотоцикл уже с завода на медных колодках, что спереди, что сзади. Руль у нас установлен IGP, он из двойного сплава, что добавляет максимальной прочности. Бак на данном мотоцикле объемом 7 литров. Есть крышка для залива водяного охлаждения и бачок от перелива. На левой стороне мотоцикла установлены органы управления. Здесь у нас можно включить ближний, дальний свет, заглушить мотоцикл, запустить мотоцикл. Здесь у нас гудок и поворотники. Тут у нас приборная панель, на которую можно отслеживать, насколько заряжен аккумулятор, тахометр и общий пробег. На этом мотоцикле установлена фара с 5 LED-диодами. Рама на мотоцикле хромолибденовая от КТМ 21 года. Также пластик у нас от КТМ 21 года и подрамник у нас алюминиевый. Мотоцикл получил красивую графику и обновленный дизайн, в точности как КТМ. Также у мотоцикла есть наличие ПТС, что позволит вам передвигаться по дорогам общего пользования. Данный полноразмерный мотоцикл подойдет как для любителей, так и для спортсменов для отличного времяпрепровождения. Также мотоцикл у нас в наличии, можете прийти к нам в гости, посмотреть, пощупать, оценить новый двигатель визуально. Мы находимся на улице Симонова, дом 11, работаем без выходных с 10 до 8, ждем вас в гости.